Друзья, уехать не удается. Там вон какой-то движ нормальный. Все там, сейчас посмотрим. Вован позвонил, говорит, едь быстрее. Там тебе понравится. Вот серьезная машина. Китайский автопром со значком Toyota. Какое-то серьезное движение, мы чуть не пропустили. А где Юля? Юля, а что ты такая чистая вообще? Я, потому смотри, только приехал, уже грязный. А мы держимся. Надо котлету покупать. Я уже переодевал. В Тойоте это постоянно грязное. Да, да, подожди, что тут происходит? Ё-моё. Так тут все застряли, ёлки-палки. Какое горе. Ого. Нифига себе. Это классная яма, блин. Вы близко стоите, ребята, близко стоите. Уже он выехал. Ого! О, а что там человек делает? А что вы делаете? Рыбу ловит. Он наехал на вас? Девушка, это вы задавили человека? Да. А, надоел, да? Надоел? Он купается. А, не, он ры... Не, что-то поймал. Блин, такой кадр классный был. Ого, что-то глубоко тут как-то стало, да? А справа там не так глубоко? Офигенное место. Надо попробовать проехать. А что, вы без штурмана, да, так поехали? Почему? У меня штурман на крыше. А, не досмотрела, да? Карт нету, карт нету. Да, да, глубину. Были бы карты с глубинными понятиями, мы бы... Прошли бы. А справа посмотрите, там можно проехать справа? 100 баксов я пойду померю. Не, я сам поеду. Леня, ты проедешь тут? Ну, Леня. Ты понимаешь, у меня еще нет такой... У меня такого опыта нет, Рус. А правее там не так глубоко же, наверное? Ну, пойми, я же в РСИ завтра поеду, поэтому мне нельзя. А, ты в РСИ поедешь? Я не думаю, что это хорошая идея. Свадебная кукла. Юль, заводи, давай, проедь на нем. Она его заведет? Да. Юля, попробуй там проехать, рядом. Поедешь? Да. Не? Ну давай завтра, сегодня разминка у нас. Я завтра целый день. Давай послезавтра, ладно. Ей работать завтра целый день. Хорошо, тогда не надо ее напрягать. А тут нормально ребята приземлились. А почему его никто не вынимает? Да вынимают уже, вот, прицепили, поджеро вот. А Вова в ту сторону. Вова, тащите в две стороны. Так будет полтора самурая сейчас. Штурман. Блин, так хорошо там смотрелся. Да, Ревангон, да? Так дайте хоть шампунь помыться. Ну что вы? Да ладно, нормально говорю, надо придумывать. Да, начало веселое. Слушай, я так долго напирал, и еще буду сейчас пускать воду. Ладно, только ради тебя. Не себе хуй. А я про тебя тоже подумал потом. Сказал. Там шноркель есть у него справа, да? Что? Шноркель. А, шноркель есть. Все есть. Заглохло? Нет, не заглохло, заглушил. Заглушил? Заводи. Вот, 100 баксов. Я уверен, что даже 100 гривен не дам. А что, ты уже не заводишь следующего? Да я
На кордоні був. Пробуй виїжджай! Ні! Він не може завести. Ні! Витягуй. Бензин економить. Влево, влево. Так і все, так тримай. Не крути, не крути, а так тримай. Чуть-чуть право, право. Чуть право руч. О, і так тримай. Так по-ровно мити. Голова виїхав легко. Так, китаец спасает японца. Интересный вариант. Спасет или нет, интересно. Пока не похоже. Если себя не разложит. Но как-то он вяленько дергает. Надо продавать! Надо продавать! А я думаю, что это за идиот застрял на новой машине. А это очень известный человек. Так, ну мы пытаемся все-таки доехать до лагеря. Я думаю, нам это удастся. Думаю, удастся, ну. Там студенты на крыше сидят. Из банды Сурового. Да. Ну, тут где-то жестко может быть. Еще так не раскатано, застрять не должны. А там пыль. Что тут? Ого! Валера, это ты? Помогите! А как же я вас нашел? Случайно, да? По запаху? Не-не, она сама выйдет. На холостых, смотри. Холостых прям? Вот холостые. Можно выйти и идти. Да-да, можно выходить и идти. Угу. Да. И цепляй. Опа! Там за шакал, за фаркоп нельзя. Фаркоп. Слабая веревочка. Ну это было предсказуемо. Да. Давайте я вас сфотографирую лучше. Нафиг вам тот оффроуд. Глеб! На мели. Да, вот тут мы с бородачом вот где-то на этом месте познакомились. Вот тут было расколбас такой. Мы тут друг друга выдергивали. Один застрянет, пробует проехать. Он на 35-х колесах был еще тогда, а у меня 37-й богер был. Так, сейчас поможем
Глебу станем якорем. Ну хватит нам. На передаче плюс машина застряла, две пониженные передачи. И так можем удержать. Поехал, да? Вроде бы ходит. А вы-то? Сами дашь? Ух, как дергает, да? Бачишь такую машину, короче, на 6 колесах. Алло. Все, Глеб вышел. Алло, Санчо. Отцепляй. Так, очередная попытка доехать в лагерь. Пока неудачные все предыдущие. Спасибо! На здоровье! О, вот это серьезный аппарат! Так, ну все, едем, наконец-то. Вот эта известная пыль. Просто жесть. Шо, сломали? А сейчас, ну. Не? Я цепкапы разбил. А? Я только цепкапы разбил. А как он твою душу возит? Так, попытка доехать до лагеря, вроде как уже чуть-чуть легче. Вот движ тут, серьезные столы. Что-то в этом году как-то по-другому чуть-чуть. Или это кажется. А не, все нормально, да, просто. Тут серьезные автомобили навстречу. Наконец-то я доезжаю, да. До лагеря пожарники здесь все, короче. Вот тут организаторы. Душевые. Добрый день. Скорая по-серьезному в этом году. Тут логово Белого Волка, кто не знает. Это очень известное логово. Очень известное логово. Привет. Белый Волк, где ты? Ё-моё. Я тебя найду. И таки здравствуйте. Здравствуйте. Денчик, где ты, друг мой? А ты не узнал меня, да? О, блин. Судя по запаске, лафет хыжака. Так, и тут наша банда. Ого, тут по-взрослому в этом году. Все закрыто, загорожено. Куда ехать? Непонятно. Ого, наш клубный баннер. Серьезно все. Открыли мне. Вот серьезная тут фирма очень. Хорошее место у нас. Ого! Привет! Привет! Проезжай! А тут где-то вход в воду был где-то здесь. Вход в воду был где-то тут. Так, о, Луаз есть даже. Что там, студенты? А вот и Суровый сидит. Да, я приехал. Да блин, нельзя же от берега отъехать. Я тут час уже или больше. Ты далеко едешь просто. Да. Привет. Садится аккумулятор, пока вентилятор работает. Что он говорит снимать? Ого. О, нормально. Можно направить в сторону? Ныряй. Серега сказал снимать. Стой.
Девочка с кругом. Вечернее фото. Прыгай! О, блин! Это жестко. Так тут интереснее даже, чем там диафроуд, да? Там мы уже там просто побывали. Да, да. А там, по-моему, никак. Места хорошие. Шарпунь с собой.